Ребятусики, ребятусики, всем привет, мои дорогие, всех приветствую на своем канале. Вот, посмотрите, попалась фальшивка. 50 копеек, 94 год. Видно, вот, посмотрите, рядышком она лежит с нормальной монетой. Насколько она тоньше ее. Это раз. Дальше, монетка вся какая-то такая покореженная. Сейчас я вам ее покажу поближе. Вот так вот. Такая вот колечная монетка. Ну, делали фальшаки. И вот, скорее всего, это тоже такая же фальшивая. Я ее сравнивал с другими 94-ми годами. Ну, сильно дорого она не стоит, но полтинничек стоит как минимум. Видно, да? Вот такие монеточки нахожу я. Из обихода. Еще раз вам показываю. Насколько она меньше по весу, тоньше. Такие монетки часто проходили по Виолите, по продажам. Не знаю, выставлю или нет, но вот так вот. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, задавайте вопросы, комментируйте, заказывайте у меня рекламу. Реклама на моем канале стоит 300 гривен или 600 рублей. Ну все, друзьяки, с вами, как всегда, Мегаденди. До новых встреч!